Дарьи давно не слышно. Но Дарья просто была немного занята, у нас тут на скамейке, извините, знаете, свои извините, дела. Что например, вот вы даже комментируете, да. Не знаете, что Зубарев спас этот день. Просто здесь откуда-то взялся кусочек конфетти, который летал в воздухе, и Андрей пытался, никому не мешая, его со льда убрать, чтобы никто не упал. Не очень понятно, просто с кем сейчас разговаривали, да? Ну ладно, мы продолжим. Я вам рассказываю о жизни на скамейках. Оказались впереди нападающих. Тарас, офсайд. А вот момент с конфетти. Вот о чем говорила Дарья Миронова. Вот, вот. Теперь все понятно. Так рядом с головой линейного арбитра просвистело. Но это же надо было сделать, конечно, Зубарев молодец. Спасибо, Андрей. Действительно спас день.